В Люберцах открылась областная патриотическая выставка «Лица героев». На главной аллее Центрального парка разместили портреты и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников специальной военной операции. Инициаторы проекта – Московское областное отделение партии «Единая Россия» и региональный штаб «Молодой гвардии». Воплотить идею в жизнь им помогла администрация городского округа Люберцы и детская художественная школа. 19 портретов, 19 историй человеческих судеб, сквозь которые прошла война. Авторы этих работ – преподаватели и воспитанники детской художественной школы. Они написали портреты героев 9 мая во время праздничного концерта, посвященного Дню Победы. У нас была натура, но, естественно, так как люди пожилые, мы где-то что-то дорабатывали по фотографии, но в основном мы работали с натурой. Главное – это отметить тех людей, которые дошли до нашего времени, и подарить им свое уважение в лице нашего творчества. Созданные портреты подарили фронтовикам и их семьям. А из оцифрованных копий и архивных фотографий ветеранов организовали выставку под открытым небом. На торжественное открытие пригласили героев, которые изображены на стендах. Я даже не помню, где нас фотографировали, но уже у меня вот ранение, видите? Да. Но не ефрейтор. Еще пока что, да? Да, еще не ефрейтор. Вы позже станете. Молодцы. Только я вот что могу сказать. Доволен. Все спасибо большое, чтобы они были грамотны, умны и не допустили войны. Молодежь. Вот мой совет молодежи. Открытие патриотической уличной выставки «Лица героев» состоялось в памятный день, 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Как говорят, война – это продолжение политики. И, к сожалению, политика Европы в те годы привела к такому жесточайшему кровопролитию. Мы потеряли более 27 миллионов человек. И мы сегодня сможем окунуться в эту историческую память, вспомнить наших героев. Тогда не было телефонов таких, не было радио. Был один громкоговоритель на весь город Осташков. И вот на этом базаре передают, что началась война. И мы все решили, что нам надо идти только в армию. Но так сложилась судьба. И мы проголосовали и решили, что завтра идем в военкомат. «Лица героев» – это проект, где наглядно отражена тема преемственности поколений. В одном ряду с седовласыми ветеранами молодые бойцы, которые ценой собственной жизни встали на защиту Родины. На выставке представлено 5 портретов участников СВО. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.